Итак, ребят, всем привет. Показывал я вам гайд, как убить первого босса на аду, да? Но там у нас, ребят, есть магнум. Очень мощный пистолет. Здесь же на харде его нет, магнума. Поэтому вам сейчас я покажу такой же самый гайд с минимальным количеством патронов. Ну, мы вообще будем тратить только вот одну ракетницу мы потратим. И три, кажется, выстрела с берданки. Ну и остальное мы будем пестик. С пестика стрелять с этого. Значит, как его легко пройти на харду без урона? Без магнума, с минимальным количеством патронов, выстреленных в этого лоха. Значит, сначала берете ракетницу. И гранатки надо будет две, ребят, это важно. Две гранатки вам обязательно надо. Если три будет, то вообще легче. Но я покажу с двумя гранатками. Стреляете ему в грудак, бежите сюда. Бежите сюда, перезаряжаете вот этого, берете гранатки, просто перезаряжаете себе. Так, он идет в эту сторону, значит, оббегаете его с этой стороны. И старайтесь не попадать ему под эту самую. Раз, два, три. Бежите сюда, берете патроны, кидаете гранатку, берете пистолет, берете эту херню, он взрывается. Можете пострелять, можете собрать все, что вам надо здесь, что нам надо. Ждете его, гранатку вторую кидаем. Так, ждем его. Он труп. Как видите, он труп. Мы потратили с вами три пули с дробовика и одну ракетницу вот такую огненную. Он нас ни разу не ударил. Ничего не может нам сделать. Еще можем вот это успеть взять. А, да, гляньте, успели взять. А тут... Ну, можно было собирать, я просто вам объяснял. Значит, мы забрали ракеты, забрали патроны, которые там лежали, и забрали все ракеты, которые там лежали. И забрали травку даже еще. То есть все по кругу собрали, ребят, очень просто с этим пистолетом. Ну, как бы скажем, по большому счету, на аду этот босс убивается легче. За счет того, что там магнум. Там вообще выстрел с магнума, граната, и первая стадия закончена уже. Тут придется вот эту фигню применить, эту электрическую. Ну, можно без нее, но просто тогда вы с пестика, когда прибегаете к ней, стреляете, кидаете гранату, он подходит после гранаты, вы стреляете в эту фигню, его станлочит, и вы спокойненько его убиваете. Все, покеда, всем покеда.